еще язык. Думаю, деть-то некуда. Ладно, язык он показывает. Встреча через 2 года. 2 года не виделись. Да, нет, почти 2 года. Да, почти 2 года. Ну ты вообще не изменился. Да, ты, машина, нет, ты, нет, ты просто похудел. Ты, нет. Слушай, может мы пойдем? Иди. А? Иди, я вас не держу. Пошли. Понятно. А зачем? Она зачем? Да ты директор, скажи, как ты. Иди, ты директор, оно боится, иди. Он вообще не понял, зачем он приехал. Постой со мной, постой со мной. Она завтра. Я привела его в детский сад, а он, говорит, как на грех. Сутульча, где температуру меряют, так они вспотела, мокрая, не могу. Так а ты расстегни. Чтоб тебя толкали. Говори, говори. Молодец. Как на грех, туда. Они ну, они ссут, конечно. Вот. Ну, высадили его домой. Взяли на ковид, ковида нет. Ну, вот, а вы не болел, да? Ир, я сопли заболезни считаю. Нет, я имею в виду ковида. Что же там говорят, дети? По крайней мере, не установлены, не знаю. Ну, мы-то не болели. Женщина вчера звонила, тоже сделала прививку, короче. Первую. Слушай, объясню, вообще никуда не грязный. Такой вырос мальчик, красивый, умный. Молодец. Довольный. Так вот, Ирка, я же, естественно. Ну, давай, покажи. Ты как-то не пройдешь. Ну, издалека посмотрим. Я испугалась, думаю, она же тоже как бы... Ой, какая она. Вон машина, видишь машину? Видишь, большая черная стоит, видишь? Вот такая машина. Ниссан называется. Да, у меня показывают штучку. Показалось, сказал, что Ауди, значит, бампер купил белый по синей машине. Все сказал. Не знаю. А ему все равно идти, как угодно. И вот ты сейчас утопнешь, слушай. Иди вон там, вон там иди, вон. Ну так вот, я и опасалась, думаю, мало ли, под колпаком прибежишь и деньги хрен снимешь. Думаю, побегу-ка я, а мне там на людей звонить.